Барыс сегодня принимает «Нефтехимик», два соперника из Восточной конференции континентальной хоккейной лиги. Ох, какой прием и выход, бросок! Великолепный момент. Федор Каратаев спасает свою команду после броска Дмитрия Шевченко. Шайба остается у Барыса. Передача на пятак. Два броска подряд. Каратаев справляется с обоими бросками и затем накрывает шайбу ловушкой. 19,8% эффективность. И сейчас чуть свой процент не увеличили за счет броска Линуса Виделя. Шайба у Барыса. Передача Михайлиса под бросок защитника. Добивание. И это гол. Барыс реализует большинство. Со второй попытки удается реализовать численное преимущество. Времени до конца первого периода остается всего ничего. Дмитрий Шевченко. Еще один игрок нижнекамской команды там появляется. Играет через защитника. Вот Соран Такари. Бросок, и Карлсон снова в игре. Орехов здорово на синий сработал. Бросок Старченко. Попытка добить. Сам же Старченко приезжает на пятак. Валят просто в ворот Кертиса Волка. А шайба при этом не прижата. Абросимов вступил в отбор. Откидывает за ворота. Волк опережает. Опережает соперников. Сразу двух. Петухов развернулся, баланс сохранил и полез на ворота, а теперь заталкивает шайбу. А вот тут, знаете, посмотреть бы видео, вот только запрос «Нефтехимик» уже брал сегодня. И запрос оказался неудачным. Во второй игре подряд забивает Петухов. Важный гол для Барыса. Было много моментов, которые оказались упущенными. Начался 2-0 в пользу хозяев площадки. Ох, какая потеря. Лилия, гол! Наказывает шведский нападающий Барыса своего соперника. Ну или можно сказать по-другому, пользуется подарком. Подъехал в центр. Обнаружил у себя шайбу на клюшке и великолепно бросил. 18-я шайба якобы Лилии в этом сезоне. И забивает Лилия на старте периода. Делает счет 3-0. Получается передача у Лилии. Михалис приехал на позицию защитника. Оттуда бросил. И после рикошета шайба заходит в ворота. Счет становится 4-0. Якоб Лилия. Падает Михайлис. В столкновении с Рантакари. Не очень это было похоже на нарушение. И судьи не дают свисток. Карлсон пропускает. Вот она, та самая мини-интрига в концовке. И «Нефтехимик» очень сильно огорчил сейчас вратаря Барыса. Барыс одерживает победу. Не сухую, но довольно уверенную. 4-1. Два очка в копилке у команды Юрия Михайлиса.